Привет, друзья! Пульт для дистанционного управления российским ПТРК «Конкурс N» мы уже показывали. Публикуем новые кадры пульта дистанционного управления российским ПТРК «Корнет», показанного на выставке IDEX 2025 ОАЭ. Во второй части видео вы можете увидеть использование пульта дистанционного управления в полевых условиях. Пульт отличается. Предположительно, это первая версия. Предвидя сравнение с пультами украинских ПТРК «Стугна-П», сразу скажем, российская версия существенно отличается. Пульт дистанционного управления для ПТРК «Корнет» использует элементы искусственного интеллекта. По изображению пульт сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Пульт может различать танки, БМП и колесную технику. Пульт может автоматически находить цели и проводить их захват. Оператору остается только перейти в боевой режим и нажать на кнопку «Пуск». С помощью трех пультов можно организовать круговую оборону. Операторы при этом могут находиться в укрытии на дальности до 100 метров. Сборка установки и ПТРК занимает не более 20 минут. Время работы предположительно до 8 часов. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.